коллеги, профессионалы с большой буквы. Это вы, мои дорогие коллеги, умеете дарить чудо, красоту, поэзию, фантазию, насыщая ими повседневную жизнь. Сегодня действительно замечательный праздник, профессиональный праздник Дня работника культуры. Но что бы я хотел отметить и сказать в поздравлении вам сегодня, что вы являетесь основой восточноевропейской матрицы, восточноевропейской культуры, которая через века несет наше государство по тем сложным волнам небытия. Вы основа всего того, что создано нашей страной, нашим государством. Потому что экономика и другие сферы жизнедеятельности, они существуют благодаря тому, что присутствует и есть культура. И отрадно отметить, что губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко, став губернатором в 2012 году, первые шаги, которые он сделал, будучи руководителем, он обратил внимание как раз на эту сферу. Я не буду загружать вас цифрами, но я могу сказать, если посмотрим на динамику, то динамика внушительная и реальная. То, что было до Александра Юрьевича, и что стало при нем, это в разы мы увеличили финансирование нашей культуры. Конечно же, главную и важную роль в решении вопросов культуры внес президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Его знаменитые указы, которые позволили реализовывать все то, что необходимо для того, чтобы вы достойно работали на своих рабочих местах и решали те поставленные задачи, которые перед вами стоят. Позвольте мне вас искренне от всей души поздравить от депутатов города Кингисепп и Кингисеппского района, от коллег педагогической деятельности, потому что я преподаю, к этому присоединяются и педагоги высшей школы. Желаю вам всего самого доброго, всего самого хорошего. Храни вас Господь и дай Бог вам на долгие годы нести это великое знамя российской культуры по нашей великой, замечательной Родине. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Позвольте от имени администрации Кингисеппского района, ее руководителя Виктора Ильича Гешеля, поздравить вас с вашим профессиональным праздником – Днем работника культуры. Этот праздник достаточно молодой, но охватывает он всех людей, которые способствуют созданию и хранению культурных ценностей. Люди, которые работают в музеях, библиотеках, театральных студиях, домах культуры – это артисты, музыканты и педагоги. Прежде всего, хочется поблагодарить сегодняшний профессиональный праздник тех людей, которые можно назвать ветеранами культуры, заслуженными работниками культуры Российской Федерации. С праздником вас! Thank you.
Слово для поздравления и награждения предоставляется депутату Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрию Владимировичу Варновских. Безусловно, вот понятие культуры или слово культура — это понятие такое емкое. И на сегодня культура, безусловно, определяет уровень развития нашего общества. И, пожалуй, это понятие появилось с появлением человека. Но, к сожалению, праздник, День работников культуры, появился совсем недавно, в 2007 году, указом президента Российской Федерации. И действительно, вот сегодня, пожалуй, все мероприятия, которые проходят в Российской Федерации, в Ленинградской области, в Деркино-Сербском районе, немыслимы без вас, без работников культуры. Это, пожалуй, одна из уникальных профессий, которая не имеет выходного, не, в которой нет выходных дней. Потому что когда весь народ отдыхает, вы работаете. Когда все работают, вы тоже работаете, потому что вы готовитесь к тому, чтобы, да, к очередному мероприятию, когда вы будете развлекать людей. И, пожалуй, профессии это назвать, наверное, сложно, потому что культура — это жизнь. Сегодня вы служите обществу, сегодня вы служите людям, и поэтому общество и люди вас ценят и уважают. Кингисеппский район духовно и культурно, безусловно, развит. У нас богатая история, и вы ее продвигаете благодаря вам, а в Кингисеппском районе знают далеко за его пределами. Потому что вот один из наших коллективов, который есть на сцене, масса коллективов, которых сегодня нет, но которые тоже прославляют наш Кингисеппский район. Безусловно, одним из важнейших событий прошлого года это было 70-летие Великой Победы. Этот праздник провели тоже вы. И этот праздник, безусловно, прошел на высочайшем уровне. И вот мы здесь общались перед началом этого праздника. Вы помните, у нас была такая замечательная эстафета «70 песен о войне», которая действительно объединила общество. Ну и, конечно же, хотелось бы отдельно сказать спасибо работникам культуры на селе, потому что я знаю, что это такое. Это тепло, это свет, это уют, опять же, объединяющий людей. Эта профессия, хоть мы, я говорю, что это не совсем профессия, она малооплачиваемая. А труд должен оцениваться по заслугам. Поэтому с праздником вас и всех наилучших пожеланий, по которым вы сказали. Свою жизнь посвятил культуре Кингисеппского района и посвящает, и будет посвящать, потому что... Ну что сказать, Саша, спасибо тебе, дорогой. Вот я лично хотел вручить этот диплом при всем честном нашем коллективе, поблагодарить за взаимодействие, за ту работу, за то, что мы много лет знакомы и много, скажем так, в нашей взаимной работе вы мне помогли, много мероприятий мы совместно с вами проводили. Спасибо вам за ваше творчество, за вашу работу, за ваше творчество. Прежде чем начать церемонию награждения, я хотел бы зачитать текст поздравительной телеграммы. Сердечно поздравляю всех работников культуры Ленинградской области с профессиональным праздником. Ленинградская область по праву гордится своими историческими достопримечательностями и достижениями в сфере культуры и искусства. Благодаря самоотверженному труду работников культуры, искренне преданных своему делу в области сохранения уникальные всемирно известные памятники, проходят многочисленные просветительские мероприятия, создаются условия для роста туризма. Уверен, культурная составляющая будет и в дальнейшем играть важную роль в социально-экономическом и гуманитарном развитии региона. Желаю работникам культуры здоровья, благополучия и новых успехов, а нашей Ленинградской области стабильности и процветания. Депутат Государственной Думы Сергей Нарышкин. Дорогие коллеги, мы действительно создали в прошлом году большое количество мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы. Нам за это не стыдно. Мы это сделали и с душой, и с нашим высоким профессионализмом. И все ветераны, все жители нашего региона, все жители нашей области, ну, я думаю, приложили к этому действительно не только руки профессионализм, но и душу. Я всем вам желаю здоровья, счастья, благополучия, творческих поисков и творческих находок. Потому что пока мы не успокоились, культура будет двигаться вперед.
В исполнении артиста прозвучало произведение испанского. Как пух с тополей улетает, и гаснут вдруг звезды в ночи, так лучших людей мы теряем, чтоб были, как солнце, лучи. За честь и достоинство, за жизнелюбие и веру, каждый из них был талантлив, безмерно талантлив. Ирина Галина Николаевна. Россияне и руководителя, заслуженного работника культуры и ныне обладателя премии «Душа России» Фаину Пискареву.